Выходит, про ледяного великана правду говорили? Неплохо. Быстрей. Не? Отдохни. Ну, все. Но! Но! А башку ты ему отрезал? Такая да, башка! Герой. Ух! Ну, товарищи! Давай! Магия! Можно сдаться. Убью его, сука! Убью! С ведьмаком дрался.
синяя, распухшая. Но сирен это, похоже, не смущает. Наверное, они нашли тело сразу после того, как девушка утонула. Светильник Кейры здесь очень кстати. О, милостивая Фрейя, прости своим сынам. Мы должны были привести невесту брата на свадьбу, но нас одолел шторм. Все пропало. Пагда мертва. Ее приданное утонуло. Мы опозорили честь рода. Прости нас, о благородная Фрейя. Перестань, Никель. Фрейя не смоет с нас позора. А кровь может. Мы поступим как должно. Там, под деревом, помолимся, а потом покончим с этим. Ты прав. Так будет лучше. Интересно, куда они ведут? Скелликская честь. Им лучше было умереть, чем жить, понимая, что они подвели брата. Символ Фрейи, забрызганный кровью. Перед смертью братья исповедались богине. У меня дурные вести. Агда мертва, твои братья тоже. Что? Как это? Что ты говоришь? Шторм разбил их корабль, Агда погибла, а твои братья не могли вынести мысли, что подвели тебя. Поэтому выбрали смерть. Возьми, может, это письмо что-то прояснит. Письмо? Это все, что мне от них осталось? Очень жаль, но больше я ничего не нашел. Ничего у меня уже не осталось. Oh.
Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Я-то знаю. Эльза черным дает, сучка. Приветствую. Дай-ка взглянуть. Береги себя. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Такие мужчины башку-то и отрубили. Было такое. Только мальчонка утопится. Ну. Нильфгаардской страны, Эмгир... Пытаешься тут словно говно в проруби. Что? Что ты сказал? Кто тебя? Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уже лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки. А после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз. Непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу.
Несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Трава вокруг появляется в определенное время. Улов удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Thank you.
пригодится. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина. Судя по зубам, лет 30. Без левой руки. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась?
Широкий таз, маленькие челюсти, женщина. Судя по зубам, лет 30. Без левой руки. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась?
Thank you.